хожу на митинги и не втираю дичь. У мэра Москвы появился новый друг, четвероногий. Дворняжка по кличке Джоуи жила в приюте. Блять, новые туфли, пацаны. Дим, покажи, блядь, подошвы. Новые туфельки, видите, вообще целочка. Вот вообще, смотрите, качество. Охереть. Это вообще, это, да, ортопедический. Это, наверное, нарушена технология изготовления материала для подошвы. Я бы не сказал, что они внутри выглядят хорошо. Какие-то уже тоже покоцанные. Ну, не знаю, мои слепоны от Урал обувь, они выглядят такими же хлипкими, но с ними все прекрасно. Нет, в смысле, обычно эта стелька идеально белая, никаких серостей, ничего нет, когда они новые, нульцевые прям. А тут уже такое ощущение, что их носили, я об этом. Ну, блин, неделю максимум. Но нельзя так там убить, чтобы ну, прям... Ну, понятно, я не говорю. Стелька, видишь, она не смялась еще, сморщилась, поэтому вряд ли человек долго носил. Ну да, в отличие от моего писюна. Ну, ты его как бы носишь уже почти 29 лет. Логично. Да, он уже старый, скоро отвалится. Куда звать? Зачем звать? К нам звать. А зачем? Уже другой вопрос. Вообще целочка, вот вообще, смотрите, качество. Да, это жесть, конечно. Это вообще, это, да, просто поролон какой-то, да. Просто пальцами отламывал. Какой-то поролон просто. Ах, я тебе столько салфеток. А хули я там рега купил, слезы вытирать буду. Да, вот позавчера я заправился на косаре. Знаете, когда заправился опять на косарь? Вчера. Вот это, да, чудеса, блядь. Вот, парни, не женитесь. Только время потеряете. Ну, а дошик-то вы себе и сами сможете заварить, да? Так это, купи мультиварку, нахера ты женился там? Мультиварку и поролоновую вагину себе сделай. Что нахер тебе еще жена? Ля, задела, Настя. Не, ну правда. Саша такой, наболевшим, ел сегодня рамен на ужин. Который я сам буду же приготовил. Обсуждать. Свой писюн, даже плойка запикала, либо чей-то другой, сколько захочу на своем стриме, потому что это мой стрим, мой канал, я хочу и обсуждаю писюн. Правильно, молчи, блядь. Оператор. Рыкарова поссала. А, ну я почти угадала. Мы ищем свет любимых глаз. Да ёбаный листочек, нахера? Вот это адская боль просто, прямо по щеке, блядь. Мультиварка! Я их, конечно, конкретно напарил всех. Они думали, я сейчас буду за них все готовить. А я же просто кастрюля с таймером. Кстати, да. Что произошло? Пранк, наверное. Прикол, типа, прикол. Ты чё? Сука, блядь. Думали, Хабиб ему пропишет? Я не знаю, в чем прикол, если честно. И опять ТикТок. Это был косплей. Опа! Минус баба! А ведь и бабельная была. Но одноразовая. Молочник. Представьте, что весь океан это твоя успешная, беззаботная жизнь. И ты готов в нее нырнуть, и уже ничего не может тебе помешать. Кажется, мы сегодня будем это видеть еще раз. Дай мазе 10 минут впитаться, иначе ты труп. Главное не 12, а то мне придется отлавливать это нечто, в которое ты превратишься. Твою мать, Морти, я же предупреждал! Это из трейлера, по-моему. Лили.
ВКонтакте увидел шов, у тебя сегодня днюха. Хули тебе желать, когда у тебя уже есть такой красавчик, как я? Я всегда буду рядом, и даже если весь мир встанет против тебя, у меня встанет на тебя. Обещаю любить тебя даже после смерти, хоть меня и будут называть некрофил. Ебать, ты романтичный? Помнишь, ты спрашивал, каких парней я люблю больше? Богатых или красивых? Да. Ни тех, ни других. Я люблю тебя. Сука, пиздыцы. Рюмки водки на столе. Ну, это нормальное явление, если часть стоит рядом с городом. Только он врежется сейчас. А все потому, что рулят ими срочники, ёпта. Я как раз хотела сказать. У вас вообще нет ничего святого. В смысле нет? У меня у вас 21.07. И что? Я мученик. Да, по-моему, та же самая... Да! Ой. Да, я это видел, по-моему, кстати, даже. Это Настя кидала. Да, 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 это кидали это в нашей беседе, Настя, это картинки. Настя это кидала. Тысячи поваров бьются за ваше внимание в приложении Яндекс.Еда. Выбирайте своего победителя и заказывайте любимое. Яндекс.Еда. И девчонки прямо так напряженно стоят, смотрят и говорят: а вы святой отец? Я говорю: окстись, малышка, батюшка я. А она такая стоит, знаешь, начинает машину обходить. Ну да, и машина у вас, конечно, такая, как у батюшки, прямо. Вот этот шаткий баланс психоэмоционального... Я понятные слова говорю для тебя? Нет, но я слежу за руками, мне нравится. Сука, кот помог, что ли? Давай. Да, кот лапой возюкал. Во, ты понимаешь, на, чувак, это мотивация. Я не эту мотивацию имел в виду. Я заебался, блядь, иди нахуй. Ай, блядь, сука, нахуй, блядь. Постон дает. Чувак, спереди вообще смирился. Заебись, покатались на быке. И покатался, и девственности лишился. Я вообще жизнью наслаждаюсь. На чё? Я никого не трогаю, меня никто не трогает. Один день в жизни поработал. Всё, теперь кайфую. Хлебопечь. Пойдем по душу бабьи проклятую окаянную, стоять за землю русскую горой. Ай, не дрыть твою ярило, блядь! Меня на персах не наебешь, я на персах наебу сам кого хочешь, я все знаю. Давай. Бачечная. Жесть. Ребята, я вам сейчас покажу тему одну. Круто. Жесть. Пиздец. Ну-ка расскажи-ка, зачем ты тортик купил? Ты сама мне написала, у тебя гости с Краснодара приехали. Я купил тортик угостить гостей. Приехал, нет гостей почему-то. Ну, ты правильно написала, гости из Краснодара приехали. Нету гостей. В смысле, блин, ты мозгами своими подумай. Гости из Краснодара. Ну? Нет гостей. Раз в месяц у девушки, у любой. Такие гости приезжают. Короче, ладно, я поехал туда. Ну, езжай, только тортик оставь. Не, не оставлю. В смысле, не оставишь? Ты чем? У меня как у одной знакомой как раз гости уехали. I heard that ringside, and that bothers me. It was on Amazon. Вот девчата американские фильтры.
Жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Даже бьюти-блогеры, когда нужно показать, какой, типа, как тональный на морде лица сидит. Их смотрят. Спасибо за просмотр, с вас комментарий. Всем пока.